Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Макса Пейна. И, как вы помните, мы в подземке. Давайте посмотрим, что будет дальше. Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Звукачу отдельный респект. Так, здесь у нас какой-то проход. Возможно, был бы, если бы это была другая игра. А здесь у нас... Здесь у нас тоже люди шумят. О, хоть лицо на такое поменялось. Да, неловко вышло. Слоумо в этой игре, видимо, ввели для того, чтобы я как раз не ругалась на сенсу мышки и им пользовалась. Сколько патронов я в него всадила? Ну так, для справки, потому что я что-то не уследила, знаете. Дайте мне двойные береты. Мне не хватает 10 патронов в пузо. Да-да-да, я тебя поняла. Так, ты убежал? Ах ты жук. Из ружья в лицо, ладно, я понимаю, да, из ружья в лицо никому не приятно будет. Хорошо. О, двойная берета, слушайте, а нам ее когда дали? Окей. Блин, ну хорош. Мы просто идем направо, включи. Вот. Все. Прекрасно. Тоже. Мне так нравится. Буду над слоумо все проходить. Но, во всяком случае, пока не привыкну. Ах, красиво было. Фух, окей, окей. Я успела. Успела его первое убить. Так, ну здесь у нас какие-то камни. А здесь у нас, понятно... Понятно. Какой-то туннель. Мокрый туннель. Да, Макс. Но я просто иду влево, вправо, и я хочу включить обычную на ходу эту... заморозку. Ну зачем в прыжке это делать? Я бы, знаете, даже, наверное, кувырок по стандарту на какой-нибудь shift привязала, да? А не слоумо тогда на shift. Но знаете, в играх, да, если хочешь кувыркнуться, нажимаешь shift зачастую. А тут, ну, как-то не так. Опа. А вот это, кстати, по-моему, опасное место, поэтому я, пожалуй, сохранюсь. Да. Крыски. По-моему... А, нет, еще рано. Вопрос в чем? Потому что здесь, по-моему, должны были кинуть у меня бомбу какую-то. Взрывчатку.
Может быть, это будет чуть дальше. Все, я вспомнила эту дверь. Вот она, видите? Дверь была заварена 1000 лет назад, а в бомбе не было детонатора. Короче, вот с ней опасность, с этой дверью. Надо быть прямо на стороже, поэтому я еще раз сохранюсь на всякий случай. Хорошо, что здесь не, каждый раз не требуется подтверждение того, что, ну, мы как-то сохраняемся. Так, здесь только крыски пока что. Блин, патроны в беретах кончились. О, дигл. Давайте дигл возьмем. Да. У меня нет нифига. Обезболивающего. Слишком много я его потратила. Ну вот. Ну как всегда. Как всегда. Как еще может мимику, да, играть? Давайте сразу же с дигла войдем. Сделаем сохранение прямо тут, чтобы, если что, далеко не идти. Ну и, собственно, промахиваемся по врагам, потому что стреляться мы не учились. Одного вывели. Но с дигла, да, больно им прям видно. Отлично. По-моему, еще кто-то был, да? А, нет. Меня, в принципе, устраивает, кстати. А, для помпового ружья у нас полон. Боекомплект. Хорошо, но мы прошли эту комнату, поэтому я все равно сохраняюсь. Я такой, знаете, достаточно трус. Вот, поэтому лучше перебдеть иногда. Ага, слева, справа вижу. А можно кому-то выйти, знаете, на линию для стрельбы? Спасибо. А, красиво. Так. А, это мы можем открыть разные двери, понятно. Грабители оставили на столе свои инструменты. Угу. Судя по количеству детонаторов, они притащили сюда достаточно взрывчатки, чтобы отправить на орбиту статую свободы. Б. Ну, оттуда мы пришли. С. Айзер Корпорейшн. Историю внезапного взлета этой компании долго не сходили с экранов телевизоров и обложек журналов. Понятно. Привет. Мы тут только что банк ограбили. Кто говорит? А кто спрашивает? Это старший инспектор Джим Бравур. Вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться властям. Мы тут с мальчиками поговорили, им ужасно стыдно. Они больше не будут. Кто говорит, черт возьми? Присутствие при ограблении банка не пошло на пользу моему имиджу. Ну тут да, получается, что мы людей убили,
И в общем и целом как-то, ну, фиговенько-то выходит, да? И нам не доказать никому, что мы здесь ни при чем. Где я обезболивающее взяла? Вот здесь? Потрясно. Давайте еще осмотримся, а вдруг еще найду. То, что обезболивающее, это круто. Так, ну, Зигла мне пока нравится. Единственное, что я сделаю сохранение еще. Кстати, мне очень нравится, что музыка, заметили, она продолжается в меню с того момента, на котором я в прошлый раз выключила. Это что? О, гренки. Это что сейчас был за звук смерти? Боже мой, звучало ужасно. А, подождите. А, ну вот, да. От гренок не ушла. Все, убегаю, убегаю, убегаю. Еще кинете? Да ладно. Мне прям не везет, я смотрю. А кинете под себя, засранцы? Не, под себя сыкот накидать. Хороший звук. Как же это зрелищно на то время-то выглядело. Я надеюсь, что вы застали эту игру тогда, когда она была актуальна. Ну, я честно не вижу его глаза за очками, и неловко вышло. Слушайте, с помпового ружья они так улетают. Отлично. Так, панелька с воротами. Тьфу, панелька, которая контролирует ворота на выход. Только какие? Вот те? Если там есть ворота. А, наверное, там, где мы говорили с человеком. Подождите, а здесь тоже есть лекарство. Обезболивающее полное. Ха. Нет, обезболивающих мало не бывает. Подождите. Какие ворота у нас открылись, простите? Потому что я что-то сейчас не поняла. Open. Ну. Вот. А зачем дезинформировать? Нашего лица тут нет. Все.
Все три года Алекс помогал мне оставаться в своем уме. Он ухитрился наткнуться на что-то действительно важное и в конце концов перешел дорогу самому Джеку Люпино. Ну что ж, достаточно забавно получается. Блин, мне пока сказать нечего. Увидим, что будет дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока и до встречи.